Что, вот так сразу? Да, вот так сразу. Сразу и вот так. А чё так? Итак, на чём мы остановились? Точно. Поэтому, учитывая предыдущие события, можно сделать вывод, что вы, молодой человек, абсолютно не умеете управлять своими мыслями. Это говорю тебе я, представитель всего человеческого ума. Да, ты говорил уже. А чтобы дальше продолжить путь, тебе необходимо еще малость подучиться у интуиции. Поэтому следуй за мной. О, мы уже на месте. Она символизирует интуицию. Кто? А ты загляни. Таким образом, дети, физический мир остается далеко на периферии. И чем тоньше материя, тем меньше законов воздействует на нее. Заходи, заходи, заходи! Что за шум? Так, почему опаздываем? Садись на место. Что, опять учиться? Итак, дети, напомним нашему гостю из периферии предыдущую тему. Тема... Тема «Относительность времени». Что, все такие умные? Пожалуйста, малыш. Не ты, другой малыш. Как медленно идет время. Как долго еще жить? Как быстро бежит время-то? Недолго уже усталость. Как много времени. Вся жизнь впереди. Ну, бабушка, ну когда я вырасту? Что? Бабушка? Ну, задеченька. Вся жизнь и позади. Ну ладно, ладно, вижу. Знаешь урок. Садись на место. Ой. Так, все, хватит. Садись на место. Где невеста? На место. Что за цирк? Когда у них тут перемена? Невеста, невеста. Невеста, садись невеста. На место. А-а-а! Да садись же уже! О,
Сейчас будет перемена. Действительно. Так, дети, приготовьтесь. Сейчас будет звонок на перемену. На, прикройся. Посмотрим, что ты умеешь, малыш. Так, командир, постой-ка. Колокольчики. Неплохо. Ну что, за познание великой тайны? Ха, прям в третий. Ха, прям Боба. Похоже, вас они любят больше. Ух уж эти дети. Озорники. Дети, лучше покажите нам что-нибудь из прошлых тем. Бестолковая заколка. Хм, не могу привыкнуть. Все так нереально, и в то же время все так реально. Люди из плотного мира привыкли думать, что только материальное реально. Но они не учитывают, что при определенных обстоятельствах нематериальное может быть настолько реальным, что плотный мир покажется легкой дымкой. Ну где сейчас твой физический мир? Что ты делаешь? Странно. Рука не проходит сквозь стену. Я должен немедленно проснуться. Не волнуйся, с твоим телом все в порядке. Я должен сам убедиться в этом. Ну как знаешь. Ой, как только ты попал сюда.
Или считаешь себя особенным? Я? Не. Ладно, помогу тебе. Только не задерживайся долго. Я буду ждать. Вроде живой. Прошло всего 5 минут? Меня ждет проекция. Бред какой-то. В плотном мире или тонком присутствуй. Присутствуй всем своим вниманием там, где находишься. Включи свой мозг. Ну, наконец-то. Почему так долго? Всего пара секунд. Это у тебя там секунды. Здесь же проходят часы, а то и годы. Я тоже заметил. Но почему так? В физическом мире мысли движутся быстро. Но здесь, в мире мысли, ты сам двигаешься со скоростью мысли. Следовательно, время плотного мира течет медленнее. А теперь ответь, что чувствует капля, упавшая в океан? А это тут при чем? Настанет момент, когда твое плотное тело отпадет, как осенний лист. И что тогда? А что тогда? Опять полное забытье? Может, хватит уже? Как медленно идет время. Что происходит? Что происходит? Происходящее происходит. Вот что происходит. Слушай, хватит умничать. Закрой дверь с той стороны. Ладно. Как видишь, это не помогает. О, нам нужен этот поезд. Я застрял. Вечно сует свой нос, когда не надо. Такова природа ума, вмешиваться во все. Обуздай свой глупый ум, если хочешь, чтобы... Молчи, женщина! Так, но это уже слишком. Какой же он все-таки у тебя предсказуемый. Ну да ладно. Раз уж ты находишься здесь, напомню тебе, что сон – всего лишь маленькое окошко в иной мир. Поэтому используй его как возможность понять, что тебя ждет, когда ты неизбежно войдешь туда через дверь. Неизбежно? У тебя есть другие варианты? Ты хочешь сказать, что мы находимся в загробном мире? В какой-то степени и да, и нет. Скорее всего, промежуточном.
Допустим, я за дверью. Что дальше? Дальше? Когда сброшено плотное тело, мир мысли обнажается, и все, что скрывалось в плотном мире, предстанет пред тобой в более ярких и прельщающих формах, чем в плотном мире. Материя этих форм настолько подвижна, что мгновенно реагирует на мысли и чувства. Эй-эй-эй-эй-эй! Вы куда? Вам сюда нельзя! Вам нельзя здесь находиться! Здесь находится граница сна! Давайте, проваливайте отсюда! Давайте! Проваливайте! Освобожденный дух устремится по пространственным каналам привычного мышления, формируя вокруг себя окружение, созвучное... Стоп! Попроще нельзя? Обрати внимание, жидкость течет по старому следу. Подобным образом мысли потекут по проторенным дорожкам, создавая мыслеформы, созвучные с внутренним излучением самой мысли. И если ум твой нечист, то последствия могут быть катастрофическими. А ты не шутишь? Я балдю. Так, дети, скажите-ка ему что-нибудь про жизнь, а я отдохну. Жизнь всего лишь пала моментов, путаница и неразберихи. Мозаика из глупых поступков. Калейдоскоп нелепых событий. Сожаление о прошлом и надежда на будущее. Маленький эпизодишко бесконечной вечности. Маленький эпизодишко вечной бесконечности. Бесконечной вечности. Вечной бесконечности. Бесконечной вечности. Вечной бесконечности. Ах так? Ну и бардак у тебя в подсознании. Может, наведешь порядок уже? Я, что ли, все это творю? Нет, я. Ты забываешь, где находишься. Какие проблемы, если все это сон? Это просто сон. Сон. Смотри, не застрянь. Ну вот, опять вмешался ум и все испортил. Ну хватит, я же могу управлять. Мысль не всегда течет по колее, если управлять ею. Руки. Повернись. Теперь так. В чем дело? Отдохни пока. Борода, ко мне. Пошел вон. А ну-ка успокоились. Ну что ж, самое время сбросить астральную оболочку и перейти в ментальный план. Как это?
Они как это? Просто будь. А? Будь в настоящем. Присутствуй в моменте. Здесь и сейчас. Собери свое внимание в одной точке. Ты же знаешь, как. Точки сборки? Отбрось умозаключение. Действуй. Добро пожаловать в ментальный план. Какое тут все подвижное? Материя здесь намного тоньше и мгновенно реагирует на малейший ментальный импульс. Поэтому убавь огонь желаний. Эта жидкость была стоит цистерны? А как ты догадался? Интуиция подсказала. Интуиция? Здесь ничего нельзя утаить. Это музыка из глубин твоей души. Здесь все твои желания как на ладони. Так, ребятишки, а что это мы тут? Ты не сможешь продолжить путь, пока не усмиришь свой ум. Oh.